Доброго времени суток, друзья. Доброго времени суток. Приветствую вас на игровом канале Восход. С вами я, Михаил. Мы играем за Белым Крузис. В Белом Крузис версии 7 за Республику Пизум. Ну что же, прошло. Даже не знаю, как, сколько точно ходов прошло с того момента. Думаю, кто смотрит серии подряд, те, наверное, смогут сосчитать. Я вот как-то, наверное, даже и не возьму. На ходов 5, по-моему. Что-то около этого. Вот, с тех пор завоевал я Косценцию, как вы видите, себе забрал. Ну и уже высадился возле Сиракуз, сейчас мы ее будем штурмовать, захватывать, и т.д. и т.п. Вот, и далее уже на Палермо, последние денежки доживает Сицилия. Заодно я исследовал побережье Северной Африки. Сказал, что здесь все принадлежит маврам. Это хорошо, будем с ними потом воевать. По дипломатии ничего не изменилось, друзья. Захватил я у немцев такие города, как Берн, Зальцбург. Вот столицу их не, Регенсбург не успел, византийцы подсуетились. Вот. Хотел идти вот на Загреб немецкий в тот момент. Да он и сейчас немецкий, но его осаждали византийцы. Потом они ушли. Вот сейчас снова армия идет византийская. Не знаю, зачем она ко мне ходила. Она дошла даже до Вероны, вот эта армия. И теперь идет обратно на немцев. Не знаю, что это такое было. Но, тем не менее. Вот, завоевал я у немцев, в общем, два города. И предложил им мир. Предложил им мир. Мол, отдаю вам два города. Берн и Зальцбург. Мы с вами перемирием. Торговый договор, все дела. Немцы меня посылают матом, на три буквы, по всем известному маршруту. В общем, не хотят они мириться со мной, ну никак. И решил я, в общем, сделать что? Сейчас мы вот этим стеком с нашим правителем дойдем до ихнего города Вюрцбург, его захватим, разграбим и бросим на поругание. А себе еще захватим Штауфен. И на этом, я думаю, с немцами будем заканчивать, потому что, ну, не хотят и не хотят. Их там поджимают неплохо, я так смотрю. Поляки, византийцы, венгры. В общем, им там проблем хватает и без нас. Оставим какой-нибудь небольшой гарнизон. Что-нибудь, ну, в том же самом Штауфене, да? И в Зальцбурге. В Зальцбурге даже не надо, потому что вот здесь вот этот город, Прага, теперь столица новая немецкая, ее тоже она сейчас находится в осаде. У меня там просто вот посол был в предыдущем ходу, смотрел, тоже не смог с ними поговорить, потому что они здесь тоже в осаде. Так что как-то вот так. Тут сейчас еще они двух провинций лишатся. Может, сговорчивее там, не знаю. Посмотрим. Ну, в общем, немцы долго не проживут, буквально. Осталось немного. Ну и дальше я уже начинаю думать о таких товарищах, как мавры. По маврам, я так предполагаю, буду бить тремя стеками. Больше мне содержать войско деньги не позволят. Один стек, который сейчас немцев бьют, будет потом помогать французам выдавливать мавров. Потому что я вот смотрел опять-таки дипломатам, которым я здесь был. Мавры уже здесь прям активно воюют с французами, их сильно поджали. Так что вот немецкий стек будет помогать им. Вот этот стек я планирую высадить где-нибудь в Барселоне. И вот таким вот путем дык-дык-дык-дык-дык по городам. Куда-нибудь к Испании, Португалии пойдет. Ну а третий стек, который сейчас заканчивает Сицилии, будет высаживаться в Африке. И уже через помощью флота будет захватывать города мавританские на побережье. То есть такой удар вилкой с трех направлений я планирую. Так, сейчас секундочку гляну, все ли у меня хорошо. Да, все хорошо. Все работает. А тут сегодня стрим лагал интернет. Ну хоть хотя бы здесь ничего не лагает, боже ж ты мой. Хоть где-то счастье. Ну ладно, давайте уже переходить более подробно к нашей теме. А то снова болтаю, да. Вот, наша армия, в общем, полная, как вы видите, неплохая такая. Но есть, конечно, некоторые проблемы здесь с конницей, ну да ладно.
Здесь уже дофига парней с золотыми лычками, и конница наша, и он рыцарь. Обалдеть. Член семьи тоже золотой. В общем, классно. Здесь нам еще, что подфартило, сицилийцы вывели вперед какой-то отряд, у них здесь нарисовался. Вот мы через этот отряд и будем их Что прикажете? атаковать. Отличное А на место для помощь заодно битвы. и гарнизон выйдет. И смотрите, как мы удачно зашли. Мы поймали ихнего короля Джейкоба Дренгота. Так что, может быть, у них после этого вообще развалится вся страна. Давайте глянем, что у них тут имеется. Много конницы, да? Это плохо. Ну а здесь, видим, собрались всякие разные недобитки. Ну и нормальные есть войска. Бился я раз на 4 с сицилийскими стеками. Они отступали. И вот здесь вот собрались такие. Ну, в принципе, конница, конница, конница. Да, много конницы. Ну, думаю, победим, победим. Должны Все в победить. сборе? Тогда в бой! Тогда в бой. Коли все в сборе, тогда в бой. Кстати говоря, так я не понял насчет этого торгового флота, друзья. Потому что я говорил, 7000 везу. Вот, и буквально на следующий ход мне серьезную дали прибавку к бюджету. И вроде бы даже действительно 7000 там участвовало. И в корабле пропал значок перевозки серебра. Вон на побережье сражаться будет прикольно. Я вот сейчас думаю, надо нам здесь активно, конечно, проатаковать все это дело. Разбить первую их не армию. То есть не стоять в обороне, не отсиживаться, а активно, активно ударить. О, отлично. У нас 6 конных отрядов. Шикарно. Я еще думал, блин, вот армию собрал. Собрал для штурма. Половину, треть пехоты, треть конницы и треть лучников. Ну, ё-моё, сейчас еще какая-нибудь фигня будет. Но нет, все обошлось. Неплохо, кстати, было бы из них сделать засечную черту из кульев, но это не для меня, не для меня. Ладно, этими не будем заморачиваться вообще, объединим там какую-нибудь группу. Они там сейчас им все равно сейчас придется бежать серьезно. Твою ж за ногу-то, ё-моё, ну, соберитесь, тряпки. Во! Фиг с тобой, сюда встань. Все, начинаем Враги привели битву. подкрепление! Они надеются задавить нас числом! Пошла. Пошла. Так, вы сюда вперед. Вы, ребята, вот сюда вот вперед. Мы должны успеть это разбить, прежде чем он тебе подойдут, товарищ Чем. Ой, блин. Чардж испортил. Уходим. Уходим. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не Лучники изменится, работают. мы победим. Ага, конница бежит. Так. Так. Пошли сюда. Вы, ребятишки, пошли сюда. Отлично. Здесь у них копейщики когда-то были. Боже мой. Какие вы непонятливые. Враг так, обескровлен. Ну, пехоту разогнали. Мы истребили Осталось половину его конница армии. Только. Тихо, 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 тихо. Куда полетел? Куда полетел? Возвращайся, бандерлог. Ну и
все. У них, в принципе, от этого отряда ничего толком не осталось. Вот конница немного и все. Так, ребята, вы не стреляем. Не стреляем. А то сейчас по своим нафигачите. Хвала Господу! Отлично. Вражеский полководец мертв! Одного резанули мы с вами. Враги бегут, как трусливые псы. Победа близка. Так, уходим вон туда, на фланг. Но эти тоже убегают, так что мы и здесь отходим во фланг. А вот ты вон туда вон идешь. Так, здесь. Здесь надо нам переиначить нашу линию. Шикарно. Так, ну-ка вернулись. Куда вы там бегаете? Почему вы не хотите скакать? Тормоза. Ну и все, друзья. Первых мы разбили. Они разбежались. Пух и прах. Осталось разбить второй вражеский стек. И все будет лепотно. Так, вы, значит, встаете во фланг. Вы тоже встаете во фланг. Ну и пусть вы тоже вот так где-нибудь встанете. Отлично. Так, товарищи. Давайте вот сюда подведем их поближе. Чутка. Чуточечку. Ну что, и осталось убить их не вам. Генерала. Ну, здесь, конечно, будет посложнее. Посложнее. Кстати, по-моему, отряд побежал еще один, нет? Или это из предыдущих был? А, с предыдущих. Легкая конница, да? Ну, опасно, опасно сейчас на кого-то одного дергаться. Потому что они все конницы могут согреться. Наверное, даже... Я вот этих ребятюх моих немножко еще отведу. Быстрее. Так, лучники работают. У них и так-то стрелков нет почти. А тут еще лучники мои. Еще один отряд лукарей пошел. И идут они как-то, блин, неправильно. Давайте попробуем вот с этого фланга их немножко поджать. Может, они тогда как-то развернутся. Более правильно. Нормандские рыцари, мать их. Вошли в конницу. Похма. Тяжелая пехота. В копейщиков. Тяжелую конницу. Вперед. Так, здесь отошли. Переформировались. Здесь нормально. Бьем сюда. Пока все складывается здесь в нашу пользу. Здесь тоже хорошо. Если ничего не изменится, мы победим. И надо вот сюда вот отряд еще послать. Так, хорошо. Бьем сюда. Этот отряд перекидываем сюда. Здесь у меня три отряда моих генералов. Да твою ж за ногу, в чем проблема-то у вас? Куда вы побежали, наркоманы? Хорошо, здесь терпим. Терпим пока что. Так. Эта конница у меня идет на стрелков. Боже мой, не, сперва она должна отойти, иначе она в жизни не поймет, что же ей надо сделать. 12 конников осталось. Кто?
Черт! Убили Ваджу меня. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Ай, вот здесь вот дебил вот этот тупорылый. По-другому я его назвать не могу. Гандольер. Хренов. Давайте, убивайте их теперь. Что с вами делать, дебилы? Так, в общем, пехоту сюда. Стрелков сюда. Я не знаю, что они делают. Они как-то отходят куда-то. Вроде не убегают. Вроде убегают. Не поймешь их, в общем. Они пытаются в город отойти. А нельзя его в город так пускать. Этих нету, хорошо. Вот, вот этих убивайте. Не, конечно, хорошо, что победа. Жалко, что короля не убили. Это во-первых. А во-вторых, обидно, что... убегают. В наглую убегают. Причем они не убегают, они отступают. Ну и тот, кто сдох, генерал сам виноват. Приказы давал. Давал. А он отошел, не отошел. Ну, это его проблема. Тупые, как правило, вот так и дохнут. Надо время увеличить, чтобы все это быстрее происходило у нас. Попал. Враги бегут с поля боя. Покажем этим трусливым смердам. Кого смогли, сожрали. Правда, их не то чтобы много. И обидно, конечно, генералы потеряли. Минус один конный отряд. Но, блин, ничего не поделаешь. Вот так вот. Тут. Ну, добейте уже. Ах, конец. Какие я обожаю. Этой победой восхитится весь христианский мир. Нормально, убили 1200, потратили 133, потеряли. Так-то шикарно все. Обидно, вот единственный короля не убили. Ну и город, скорее всего, сейчас придется еще в осаду брать. Что тоже, прям скажем, не камильфо. Да, всех казнить. Ну что, может город возьмем? Сразу, а? Было бы шикарно. Они получили то, что заслужили. А, сдох король-то ихний, друзья. Сдох, значит, берем город. Или не берем. Приказывайте. Ну их не король сдох, друзья. В городе в Сиракузах ничего нету. Потеряли мы Ваджу Катанем. Обидно. Видно, досадно. Куда мы нанесем удар? Ничего не сделаешь. Вам нужны пленные? Так, ну что? Победа! Будем грабить. Мы захватили денег 20 врага. Тысяч. Победа! Это меня радует. Наверное, здесь даже вот на этот ход осталось. Отремонтируем немного. Ваше Величество. Да, шикарно. Просто шикарно. Ну и давайте закажем, наверное, этот скрипторию на общественный порядок.
Бам-бара-бам-бара-бам. Так, ну и меня да, здесь вот. Сколько? У меня здесь армия. 4 отряда. То бишь 3 отряда можно оставить в Сиракузах на самом деле. Да, милорд. Жду приказаний. Так, вот это мы уводили. Да, жду приказаний. Да жди, жди приказаний. Приказывайте. Значит, это вот так. Да. И мы здесь вот этот отряд оставляем. И вот этот отряд оставляем. Два отряда. И еще бы одного, да? Ну, наверное, вот этого. 7. Вообще, минус отряд один. Укажите врага. Пехотный отряд. До приказаний. Вот лукаря ставим. Боже мой. Боже мой, сейчас я определюсь. Подождите. Ага. Значит, этого, этого и лукаря какого-нибудь. Ну, например, вот этого. Да, конечно, посинело все, но не критично, не критично. Здесь сейчас они восстановят у меня. Вот еще лучников вам, знаете. Да. А мы поплыли. Поднять якорь. Милорд, мы продолжим путь завтра. Да, милорд? Да. Ну и в принципе все, да? А так-то я ход сделал, все должно быть нормально. 20 тысяч, друзья. Кто когда у нас последний раз сколько денег-то было, Бугага? Ладно, сохраняемся, давайте делать ход. Единственное, что я вам не сказал по геополитике. Польша, друзья, Польша приняла нашу веру, отринула она Папу Римского и стала тоже протестантской, как и мы. Ну и видим, минус 2400. Гораздо меньше, чем у нас как-то было по 11, да? Это не может меня радовать. Хоть денежку в казну пошла. А, принцесска. Цеска. Ну, они там новую какую-то армию собирают. Засранцы. Но им это не поможет. Кстати, мы можем с Палермо, в принципе, провернуть то же самое, что и с Сиракузами. То бишь, напасть на Астек, который стоит рядом. Я вот так не знаю, хода мне хватит, чтобы выйти, соединиться и проатачить. Но я надеюсь, что хватит. Византия, друзья, Византия. Вообще мощное государство стало. На части благодаря нам. Потому что мы убили венецианцев, которые, соответственно, уже не терзали с запада. С запада не терзали Византию. Будет выгодным. И вы посмотрите, убили мы правителя Сицилии, избран новый регент. Все дела, династия угасла. Половцы с половцами, друзья, так и воюем. А уже разбил я у них два флота. Чем им от меня надо, я не знаю. Так, и поляки. Поляки отказываются от раскола. Христиане всего мира ликуют. Мать церкви снова принесла заблудшую отцу. А приняла. Поляки решили оставить ересь и последовать за Христом. Получая при этом не только спасение души, но и приобретаю нового союзника. Папское государство. Бедные поляки. Они, наверное, не видели это государство. Вот оно стоит. Конец династии у Польши, конец династии у норвежцев, конец династии у болгар. Гильдия, не, здесь мне не надо. Новая русская принцесса, отлично, денег. Слушайте, ну вот у меня было 19 тысяч. Правильно? Правильно. Показывал минус 2,5. Итого у меня 10. Ну, как-то это что-то хитрое у них. О, друзья, вторжение монгол. Привычный враг. Не давайте так посмотрим. Уж и страшен. Я заткнусь. Однако неведомая опасность, идущая из дальних земель, может стать подлинным ужасом для страны. Имя этому кошмару — монгольское нашествие. Мощь, мощь, друзья. Не знаю, музыку не забанить нам за нее, как всегда. Да? Ну и хрен с ним, пускай. Отлично, вторжение монголов.
Лето Господне 1212. Начался детский крестовый поход. Но я его читать не буду, друзья. Кому интересно, прочитайте. Потому что это событие довольно-таки такое широко известное. И во многих модах оно озвучивалось. Думаю, кто не первый раз играет или смотрит, уже давным-давно это все прочли, все это знают. Что-то медленно вращаю на паузе, друзья. Потихонечку, полигонечку можете прочитать. Отлично. Чудо света. Едва став совершеннолетним, Фридрих II Швабский уже заявил о себе как будущий великий правитель. Законный наследник королевства Сицилии и последний представитель Швабской династии, который издавна занимает трон императора Священной Римской империи. Он родился в Иезе, провинции Анкона, но вырос в Палермо. Вот врут-то заливают, да? В каком Палермо? Все нам принадлежит. Хотя в Сицилии. А ну да, в Сицилии, все правильно. Это я неправильно прочитал. Ну да. А, чувствует себя сицилийским норманом и предпочел бы отказаться от имперской короны в пользу короны короля Сицилии. Эх, нифига себе, у них стык образовался. Откуда? Хрена себе. Гляньте. Стали просвещенные державы, но это меня устраивает. Куча народу собралась. Ну-ка, много построилось? Много. Так, я даже не знаю. Давайте что-нибудь дешевенькое, если найдем, построим. Бордель в Анконе. На порядок. Ну, давайте лучше поля. 1800. Неаполь, порт построили. Которые сами когда-то разрушили. 1200 небольшой костел. Это дорого. Амбары. Но не, пока не надо. Ну, давай небольшой костел. Неаполь. Кьети, скрипториум. Здесь надо общественный порядок как-то что-то построить. Трапезная. 2400, блин, эти бари, вот, мол, 700 монет, и бьорн, что-нибудь тоже дешевенькое, часовенку воткнуть, давайте, отлично, с этим разобрались, даже 3000 осталось, сводка новостей. Ай, купец умер, друзья. Умер купец у нас. Да, милорд. Вот же ж несчастье-то. Как пожелаете. Надо купца теперь нанимать. Да, милорд. Новый член семьи. Это выгодное дело. Никаких изменений не вижу. Еще у нас по деньгам в плюсе. Ну, пишут, что в плюсе, в принципе, 5000. Плюс уменьшился, войск стало больше. Да, милорд. Бум. Покинуть корабль. Давайте кого побьем разбить вот эту хрень. Да сгинет враг. Мы порвали принц на части. Чапо. Принц Вам Чапо. Вам нужны пленные? Ага, недобиток, это я его еще под Киети разбил. Давайте вступаем в бой. Они пожалеют, что не бежали сразу. В атаку! Вступаю в бой именно руками. Для того, чтобы у них этот принц не отступил. Может быть, его сейчас получится убить. Это было бы хорошо. Развернуть войска. Теперь у меня их меньше. Пока что. Так, ну все, я готов.
Лучники работают. Пехотка бежит. Эти бегут. Все бегут. Выступаем! Занять оборону! Войны! Не, нафиг сюда давай. Хотя ладно, принимаем. Пошел Махач, надеюсь, я еще какого-нибудь у себя генерала не потеряю. Побежали сюда. Конницу один отряд вернем. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Все, да. Лукари, не стреляйте, все хорошо. Так, принц пока еще жив. Ну, че вы стоите? Дегенераты чертовы, группы чертовы. Постоянно вы все игнорите дело. Ну сколько можно-то, но... Каждый раз одно и то же. Так-то, в принципе, уже все здесь. Вот этих добейте. Где у меня еще-то конница? Ну, вот она, да? Давайте, давайте, мочите. Вот он один остался, как чертов последний этот. Трус. Враги принц. Бегут с поля боя. Покажем этим трусливым смертям. И, конечно же, он сейчас убежит. Но... Один единственный шанс на успех у вас есть. Будете стрелять? Стреляют. Ха-ха, друзья, попали. Лучники, герои, попали. Все. Принц Чапо. Чаполино. Завалили. Гада. Отлично. Просто отлично. Не ушел. Гаденыш. Кружки у меня попил. Там, по-моему, его не было. Но это та же самая армия под Кити. И за них, блин, там целую армию. Это победа. Прославит доблестных и отважных воинов Господа. Отлично. Может, мне повезет, не государство там рассыпется или еще что-нибудь. Нет, нет. Но регент у них остался. Это если мы сейчас убьем еще и регента. То вот тогда, если у них еще нет больше членов семьи. Боже мой. Тогда да. Победа! Победа! Укажите врага. Начинаем погрузку. Ну и здесь у нас ни черта не получается, друзья. Все карты спутал вот этот стек. Ну, в общем, высаживаемся. Куда мы нанесем удар? Могу я взять еще отряд наемов. На берег войны! Вот четыре новых отряда. Объединяй войска, милорд! Ну и еще до кучи вот наемов нужно взять. Вот такая вот армия. Так, а да? Это я посылал куда-то. В Неаполь посылал. Есть, с подкрепом. Точно. Три отряда. Да? Марш! Тогда мы... Жду приказаний. Да, милорд. Вот этим заблочим. Мы перекрыли все входы. Жду приказаний. Еще тут небольшую нам идет армия. Кошмар какой. Да? Как их много-то, засранцев. Все на берег! Так, и вот это я хотел... Милорд? До Пизы... Здесь у меня якорь. Вот эти товарищи, судя. Ваше величество. Да, милорд. Нет там. Да. Ну и едем. Прокладываю обратно. Курс, милорд. Лады. Лады, друзья. Наш путь окончен. Немножко поспешил с убийством. Приказывайте. Там. Для меня будет честью Ох, победить вас. Ох, ёперный театр, друзья. Федерико Гегенштауфен.
18 лет, а как будто 81, судя по благородству и авторитету. И вы только Господь гляньте, какие войска. Рассудит. Нормандские бароны, пешие нормандские рыцари, сарацинские лучники. Ну, я так понимаю, что это, скорее всего, скрипт на усиление умирающей фракции. Я так это воспринимаю. Потому что взяться им больше неоткуда было. Я жажду честного боя, мой благородный. Мы желаем это, конечно, вашей жопа. Смерти. Укажите врага. Укажите врага. Я бы указал бы врагам. Значит, давайте сохранимся, давайте пробовать. Если разобьем, то потом соединимся вот с этими товарищами, еще плюс 3 отряда. Важно. Куда мы нанесем удар? Да сгинет враг. Фу, 6-7 проигрываем. Численность одинаковая. Только гляньте, Ланкиари Гибеллины. Ни разу их не было вот в Сицилии. Вообще ни разу. 8-16. Эти ребятки сильнее, чем мои копейщики. Плюс 3 отряда пеших нормандских рыцарей. По рыцарям-то у нас примерно равенство. По копейщикам тоже примерное равенство. Но вот в коннице мы, друзья, проигрываем. Еще 2 отряда сарацинских лучников, которые дальний бой 13. А! Боже мой, 13. Я охренею. Еще и на большие расстояния. А у них не 2, а 3 отряда лучников. Ну, то бишь, это просто, ну, я хз. Друзья, я хз. Ну, давайте пробовать, я не знаю. Ну, разобьют нас, разобьют. Что ж теперь делать? Значит, мне придется отложить планы на мавров и подводить еще один стек из Лазурного берега с Франции на кораблях. Потому что, ну как по-другому? Я не знаю, как по-другому. Видите, что компьютер творит-то, а? Обалдеть, Фридрих Гегенштауфен. Ну, вы сами понимаете, что эта армия была не создана, им просто ее подарили. А, мол, на, друг, воюйте. Ну, это, конечно, мне не особо нравится. Пленные нам не нужны. Убивайте всех! То есть, вот если минус эта армия бы, ну, мы бы сейчас спокойно бы захватили бы все. И каюк бы Сицилии на таком взяли и подарили армейку. А, и по времени я уже не укладываюсь тогда, да? Ну, ладно, что же делать. Но здесь надо будет посидеть, подумать, что да как. Тут теперь никаких конных флангов-то у нас не будет. Не получится. Я вот думаю, может быть, лучниками все-таки с какой-нибудь одной стороны поставить коли. Может, с этого фланга они напорятся противник. Бам-бара-бам-бара-бам-бара-бам. Вот так вот с какой вот. По центру, наверное, глупо. Ну, давайте с одного фланга, например, вот так вот, да? Опаньки. Есть контакт. Это мы все объединим. Хорошо. Далее, значит, копья. Так вот вытягиваем примерно. Да. Рыцари на фланге ставим. Этих парней в центр на усиление.
Ну, в принципе, я в принципе готов. Конницу немножко отведем, мы ее не сразу будем кидать в бой. Только после того, как ихняя конница участвует в каких-нибудь событиях. Ну, начинаем. Друзья, начинаем. Ну еще они прям вот решили нас опрокинуть прямо сходу, что ли? Нет, построились. Сейчас, значит, сперва поведут своих лучников вперед. Наши, кстати, уже докидывают до них. Четыре отряда. Хорошо. Мочите. Мочите сарацинских падаль. Подлюк. Неплохо. Они еще даже ни разу нас не стреляли. Вон тут начали. 58. Ну как они стоят. Ну я надеюсь победить в этой перестрелке. 55. 6% уже убили, ничего себе. Неплохо, 38 уже осталось. По нам, конечно, тоже накидывают. Он уже процент убили. Но за это время еще 2% у них зачекрыжили. Да. Исконницы. Ну, посмотрим. Вот у меня здесь засадка-то. 49. Во, пошли они вперед. Здесь один отряд мы вообще полностью уже убили. В общем, ну, покарали мы их сарацинских лучников. Еще они не смогли сделать. Тут главный вопрос, насколько сильны их копийщики. Уходим. Ну же. Не, вон прям чуточка. Обошли они все это дело. Пошли. Тяжелая конница. Пошли. Нет. Воюйте. Один отряд лукарей у меня не убежал вообще. Так, ну-ка отошли. Чего вообще творить-то, дебилы? Ударили сюда. А вы ударили сюда. Вы помогли. Есть чардж. Отошли. Отошли, речь отходите, дебилы. Вечная жопа у вас. Вот. Вот без жопы вообще не можете существовать. Что с этого фланга-то происходит? Пока все складывается Твоюет. В нашу пользу. Если ничего давайте, не изменится, давайте. Мы победим. Там они на по копьям бегают. Может быть, у нас что-нибудь из этого и случится хорошее. Ну-ка вперед. Так, этих выставляем. Как же вы мимо-то пробежали, боже ж ты мой. Здесь Мочилова. Так. Здесь вот этих ребят закрываем. А вот эти ребята мочатся.
Так. Я вижу, они готовят новый удар, да? Давай-ка вот сюда в спинку-то промассируй. А вы вот этих встречай. Ну-ка, чарджиком в нормандских рыцарей. Ну, неплохо вошли, неплохо. Очень даже неплохо. Все, выходим обратно. 25-32. Отлично. Здесь все. Все здесь. Ступаем. Шестерых осталось. Вот эти ребята атакуют. Ах, вы же гондольеры-то. Так, где у меня? Побежали сюда. Так, здесь. Побежали вот сюда. Ну, неплохо. Они так отошли. Готовятся к новому нападению. 62. Твою же за ногу, дебилы! Моральные идиоты. По-другому даже называть не могу. Приказал сюда атаковать, они во фланг ударили, дебилы. Чёртова группа, а? А эти так и не атакуют. Ну да, понятно. В общем, вот так вот проходите, и потом будете атаковать. Вот вы. Непонятные существа. Все, вроде всех убили. Все, выстраиваемся здесь заново. Так. Ну что, друзья. Более-менее. У меня еще вот эти, кстати, готовы. Ну-ка, пошли вот сюда биться. Здесь что? 29. Мочите их, парни, мочите. Лучники работают, все нормально. Держимся, друзья. Наверное, надо только вот... А почему и нет? Ну-ка, пошли вот сюда. Шемментом. Вы вот сюда вот. Немножко сузим линию фронта. Вы вот сюда. Эти там вот переформировываются. Так, пошли сюда. Тоже пошли сюда. И здесь еще какой-то отряд должен оставаться. Вот он. Вот его растянем. Два отряда пехотки у них здесь еще. А у них конницы много. А лучники у меня уже почти отстреляли свою, да? Так, спокойно. Не нервничаем, не нервничаем. Стоим. Шестьдесят шесть, пошатнувшись уже. Так, давай генералами. Будем выходить. А, они уже пошли. Тогда стопаем. О, как здесь нормандских рыцарей-то встретили. Отлично, целый отряд положили. Все, здесь побежали они. Здесь тоже они убегают. Еще один отряд остался. Так, ребятки, ну-ка отойдите вот сюда, вот, в заднюю линию. Куда? Куда побежали? А ну, стопе. Стопе. Тяжело конец 39. Новый отряд 78. Твою за ногу, а чё ж вы как, а? Ребята, не досмотрел. Теперь под ударами придется перестраиваться. 31 потеряли, 49 убили. Чутка у них осталось лучников этих. 18 и 14.
Но неплохо они так отловили люлей-то от нас. Неплохо. Ну, надо здесь наступать, в общем. Убивать вот этот отряд еще один у них пехотный. А здесь они по корсиканской гвардии настреливают, да? Давайте отведем. Но пока наши воины одерживают верх. Так, лукари, прекратите стрельбу. Ну, полармии мы у них отчебучили. Убегают, да? Так, вернитесь. А чё вернитесь? Нападайте, они уже не убегают. Снова остановились. Ну чё, будете нападать-то, нет? Давай конница и на копья. Не хотят. 65 их там еще. Только конницу вперед не выводите. Дайте прочаржить вашу пеших нормандцев. Отлично, здесь. Здесь все шикарно. Отводим вот так вот. И езжа! Только это не сильно нам помогло, честно говоря. Ну давай, 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 ускакивай. Ну было, по-моему, 60, стало 40. Если я ничего не путаю. То бишь неплохой такой чарджик мы совершили. Так, ну эти убегают 54. Ну вы чё? Так и будете мне мозг ипать? Или как? Эти уже отстрелялись, мои крендельки. Ну вы же такие сильные, такие умные, такие мощные. Давайте, нападайте. Говнари хреновы. Надо их как-то агрить. Давай еще раз прочаржим. Строение еще делают, блин, в кучкой стоят. 40, да. Ну, чарджем, рыцарем. Да нет у них больше этого отряда. Кончился. Уходим. Уходим. Где мои рыцари? Пока все складывается в нашу пользу. Бегите. Если ничего сюда не изменится, мы победим. Бегите сюда. Конница, связывай их, связывай. Вы два отряда сюда топаете. Так. Твою за ногу! Уходи, скотина тупая. Ушли. Все, сейчас если получится, конница, пехоты подловить, их не отряд. Все вообще шикарно будет. Давай, 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 давай. Так, вы здесь стройтесь пока. Все, обстреливают. Ну, да, так и будут обстреливать, пока у них стрелы не закончатся. 35 осталось. Ну, 34. Ну, давай, 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 не отпускай их. Мочи, супостата. У них здесь и копейщики у нас есть, и рыцари есть. Кого только нету. Мочи, супостата, мочи. Разобьем, и тогда уже можно будет, наверное, выдвигаться на них, нашу пехоту выдвигать.
Враг потерял половину бойцов. Угу. Чё, карапузики, вы готовы? Мы готовы. А вот вас нам с фланга какого-то надо кинуть. Будете отвлекать. Так, ну здесь 5 отрядов, одного вроде как убиваем. Это хорошо. Так, конница пошла сюда. Моща, просто моща. Сколько мы там уже? 35 потеряли, 65 убили. Ну, говорю, мы выиграем, но ацтека мало еще останется живого. И уже как-то что-то мы там не сможем сделать. Дендра-д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 ендра
Так, вот этих не надо трогать. Этих тоже не надо трогать. Еще пошли вперед с песней. А вы пока чарджик сделаете. Еще один. Ну, вы там, ребята, долго еще будете? На четверых осталось произносить. Хорошо. Эх, сейчас бы лукарей бы, да стрелками бы. Эх, лепотно было бы. Ну, давайте как-то вот так пока. Вы давайте сюда нападайте. Вы сюда нападайте. Вы сюда нападайте. Сюда нападай. Сюда нападай. Ты вот сюда нападай. Ты, конечно же, сюда. Конница отходит. Но, все, ребят, все, отлично. Обходим. Обходим. Лучники на конницу кидаются. Так, здесь готовим чардж. Заводим конницу уже взад. Сейчас я вам устрою Варфоломееву ночь. А то, видишь, решили зачетерить ее. Стек сделали они. Гении хреновы. Заходим, заходим. Все, здесь обошли. Бьем спину. Чардж. Так, здесь обошли. Бьем вот сюда вот. Ребята сюда бьют. Где у меня эти ребятки? Вот они. Отходим. Готовим новый чардж. Оба отходят. Отходят. Вроде оба. Так, здесь ничего не получилось. Ну, точнее, получилось, но фигово, отходим. Здесь, как всегда, один дебил остался. Давай тогда вот эти добей. Конница. Где у них тут? Давай сюда вот пробей. Сюда атакуют. Ладно, атакуйте. Сюда тупой. Вроде справились. Сюда, давай, давай, пехотка, не стой, не стой, пехотка, ты мне нужна. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. У них осталось вот буквально пару этих вот конных отрядов. Все остальное мы уже расклашматили напрочь. Ну и, конечно, мне надо, блин, эту армию теперь отводить, переформировать ее, восстанавливать. В общем, жопа жопная, друзья, жопа жопная. Но, тем не менее, разбили мы полностью такую элитную армию. Из элитных войск. Нельзя сказать, что там какая-то была хрень полная, да? Разбили. Своими обычными войсками у меня здесь из элитки. Ну, что у меня элитного? Корсиканская гвардия, да вот эти вот сержанты-тамплиеры, все. Все остальное у меня чуть ли не с первого хода было. Давайте этого еще Генштауфена убейте, и будет вообще шикарно.
Так, ну этих уже не догоним, понятно. Давайте ловить кого-нибудь еще, допустим, вот этих вот уродов. Хвала Господу! Продолжаем. Враги бегут, как трусливые псы! Победа близка! Конечно, близка. Еще как близка, блин. Да. Ну, вообще, честно говоря, я хотел сегодняшнюю серию сделать как бы это... Конец Сицилии, но вот видите, как меня компьютер протроллил. Прям таки тролль 99 уровня, другому не назовешь. Все, все собрали, хорошо. Можно заканчивать и выйти из боя. Восславим Господа. Враг разбит. Вот так вот, друзья. Навсегда войдет в историю. Это не хухры-мухры, это героическая победа. Силы были... Да я даже нельзя назвать, что их были они равными. Они были совершенно неравными. Но мы победили. 500 человек мы потеряли. Вдвое больше убили. Давайте посмотрим статку. Кто что, как, зачем. Опыта получен 2, 1. Ну да, мы стали золотыми, были серебряными. Потери нанесено. Он на охрану 180, 120 у каюкула. Больше, чем кто-либо. Там дальше только он пизанские лучники 94. Мощно, мощно. Да уж. А то она и героическая победа, слушайте. Но этот теперь стек, он не для войны. Совершенно. Придется мне планы нет, по маврам отменять. Вы не сделаете этого! Еще как сделают. Мы порвали их на части. Чем полностью сдох? Ой, какая прелесть. Ой, какая радость. Они полностью сдохли. И у меня теперь есть сокровище вражеского генерала. 3000 бизантов. Но для этого нужно, блин, в Пизу отправить. Приказывайте. И еще, знаете, какая может быть проблема, если они прямо сейчас нападут. Жду приказаний. Тоже жопа может оказаться. Так, ну давайте, да, подобъединим некоторые отряды. Что прикажете? Да, как-то вот так вот. Ваше Величество. Марш! Ха, вот так вы сражаетесь? Мы желаем вашей смерти. Кого мне сокрушить? Ладно. Жду приказаний. Жду приказаний. Ну, ждут они приказаний. Приказанцы, блин, хреново. Так, ты у меня вообще из Лугана, чувак. Ваше Величество. Давайте его в эту Лугану и отправим. Марш! Ждем до рассвета, милорд. Да, стопэ. Да? Отлично, отправил, только не того. Куда мы нанесем удар? Хорошее малого. Место для... Что прикажете? Ладно. Выступаем завтра на рассвете. Тогда берем вот этого товарища. Это у нас граф Прованса, да? Нормально. Кого пойдет. Мне сокрушить? С такой армией я покорю весь мир. Так, ваше тут величество. Мне не надо. Марш! Куда мы нанесем удар? У меня еще здесь два места да. есть, да? Отправимся морем. А вот и возьмем лошадок. Марш! Агенты. А, агенты мне как раз тоже потребуются. Отлично. Ну вот он, да? стек. Поднять якорь! Но на следующий ход они высадятся. Милорд, мы продолжим путь за... Да, милорд. Должны они достать. Есть, милорд. Бросаем якорь до утра. Да, должны достать. Все будет пучком. Жду приказаний. Ну что ж, друзья, вот такая она серия. Не получилось нам убить Сицилию за счет своего
понимаешь ли, хитроумного компьютера не удалось немного убить. Ну да ладно, зато героическая победа. Это тоже неплохо. Ну и видим, что мавры забавляются с французами. Разбили какую-то армию мавританскую возле Леона. Ну это интересно. Ну да ладно. Не буду я еще больше времени затягивать серии. Буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайк, комментировать видос. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем хорошего и удачи.